области. Сотрудничество Армения-НАТО происходит в рамках программы индивидуального партнерства, которая пересматривается и модернизуется раз в 2 до 3 года. Как передает Армянпресс, об этом в интервью и деле сказал министр обороны Армении Давид Танавиан, оценивая сотрудничество Армения-НАТО. В частности, на вопрос: «Оцените, пожалуйста, уровень взаимодействия Армении с НАТО. Насколько это перспективное направление сотрудничества, особенно с учетом того, что Армения состоит в ОДКБ?» Он ответил: «Армения сотрудничает с НАТО в рамках плана действий индивидуального партнерства, который пересматривается и модернизируется раз в 2-3 года. План основан на реалиях, связанных с политикой и безопасностью, отвечает интересам Армении. В качестве одного из столпов нашего партнерства я бы отметил политический диалог, оборонные реформы, участие армянских контингентов в миротворческих миссиях под руководством НАТО, образовательные проекты. Партнерство с НАТО важно как для обеспечения разностороннего развития наших ВС и международного взаимодействия, так и для того, чтобы быть в курсе тех военно-политических процессов, которые происходят в рамках Евроатлантической системы безопасности. По нашему глубокому убеждению, сотрудничество Армении с НАТО не противоречит нашим союзническим обязательствам в рамках ОДКБ. Более того, Армения строит свою оборонную политику с учетом интересов союзников по ОДКБ и постоянно призывает их делать то же самое. Армения играет активную роль в интеграционных процессах в ОДКБ. Конечно, интересы, а следовательно, и политика союзных государств не могут быть идентичными. Мы тоже пытаемся с пониманием относиться к военно-политическому сотрудничеству наших союзников с откровенно враждебно настроенными по отношению к Армении странами. В то же время, необходимо усердно работать над укреплением союзнических механизмов ОДКБ, сформированных на базе общих интересов, с целью выработки единых подходов к вопросам, затрагивающим безопасность стран-участниц организации.